Микс, да. Ты зашел там? Да, вот прессую. Сейчас у Монти Синтека. Спасибо. Только игра еще не загрузилась, но это. Нет, призм, ты где там? Знаете, быть бич-убийцей тоже надо уметь. Бля, мы реально с такими килами далеко не уедем. Ну, призм есть, нахуй, подстраховочный. Ну и у тебя еще ДЦ есть. Так что, блять, если что, придется спекаться. Дойду сразу нахуй, если надо будет. Хуёво будет сразу. А кто у тебя буребай есть? У меня же паладин есть. Попал без КД или кто? Да, попал. А, ну вот все. Если вдруг хуёво будет. Да, 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 сразу дойду. Хуярим темпе вальс эту всю хуйню. Следующую пачку. Паука в первую очередь зергайте. Я ебал, сколько не стоит. Что за хуйня? Боешки, если выпадают с групп лута, нажимаем этот отказаться, фиолетовый. 264-й, которые не идут на фланске. Ну там Лингрен, я будем кубик нажимать. Остальные отказывайтесь. Чё он там, блядь? Ты ещё на них надеешься? На кого? На боешки. Ну они падают. Очень часто. Да ни хера, они уже давно не падают. ЗС хорошо падает. Везде все падает, просто блять, как повезет. Так, ставлю рыбу. Почта есть у кого? Почту поставь, пожалуйста. Нихуя, бля. Так, мы вдвоем будем танчить? Да, да, вдвоем. Кружка есть? Этот, у кого там есть медальон, который от кружки стакается? Есть? Призан у тебя есть эта хуйня? А Валафар у тебя есть? Да, есть. Так, ну давай одену. Где он реальный? Ладно, похуй, АФК. Даю отчет. Начинаем. Чип что побегал он там? Да нет, я просто немножко там. Так, лут.
Ревность. Опа, хильти, хильти. А чё, квест есть? Благодарочка. Лингрена не уроните. Два хэпала, работаем. Частицы все на Лингрена. Ультрадру, лутай. И призм ты в хиле? Призм в ДД нахуй. Блять, если мы сейчас ебанемся нахуй, имейте в виду, блять. О, а что было? Он на ханта полетел. Заивейдился, понятно. Не-не-не, заново бьем просто. Нет, я... Иди так сюда. Он сейчас снова на ханта полетит, такое? Нет? Да и похуй. А, да, полетит. А, значит, мы его кикнем вроде. Просто. Куда зашел? Он здесь? Ну, вроде успел дверь пробежать, вроде что-то пробежал. Блять, сука, хильте. Инсика, какого хуя лежит, нахуй? Мастер леса Инсику. ДК, как ты сдох, нахуй? Чё, совсем бомжи, нахуй? Костерез меня. Вставай, Инсика. Так а подъебало, не надо заходить, нахуй. Все, умер. Пизду, там, нахуй. Сука. Как вы заебали, нахуй? Призан, ты в дисе? Я же говорю, спекайтесь. Короче, я ебал таких хилов, идите в жопу, короче. Заходите, нахуй. Еще раз замена плюсуем, пересобираем рейд, нахуй. Я ебал такую хуйню идти. Заходи, сразу напало. Никаких друидов, нахуй. Хорошо. Ходите, я ебал такую хуйню нахуй. Люди не играют нахуй, не спекаются нихуя, не хотят спекаться, никаких вагонов нахуй. Одевайте, блядь, Т4 сначала, 250 самостоятельно, потом, блядь, будете сюда ходить. Тинтек нахуй, тебе это тоже относится, блядь. А я чё? 15к не дашь нахуй, хуй попадёшь сюда, блядь. А давайте, всё в пизду, перезаходим нахуй. Обратно на друида заходи. Или, ладно, сети, подожди, блядь. Рэкшейн, чилить, блядь. Рано тебе сюда ходить, нихуя не захилишь. Да, он нормально хилит, нормально. Он не захилит, да, блядь. Хилит. Ну что хилит-то, ревностный прокает сразу. Ладно, хуй с ним, сиди, Рэкшейн. Заебал, блядь. Оп, один хп. Все, пизда, несите деду валидол, блядь. Валерьяночку. Короче, на хпале остаешься, лутай. Я не знаю, нахуй, это. Да, ринканите абсорб. До связи. Я не знаю, или призван, или Бурибай, кто-то с вас хилить будет. И если Бурибай, то надо Инсику на Эрдру заходить. Призван, ну, или Бурибай? Давай я. Давай я тогда сейчас шипаю. Так, давай ты хиль, ты на Эрдру обратно заходи. Потому что там вот этого пала надо страховать. Призан, спекайся в 6-го хила, нахуй. Сейчас мы опять ревностный прокнет и опять упадем, нахуй. На ребро, блядь. Хотя бы. Да мы просто растерялись, блядь. Вот да тут, просто, блядь, нихуя себе, блядь. АФК. Ну просто. АФК, да, плюс. Да, просто. АФК плюс челик не спекнулся. Ну сказал же, спекнись. Ну он тоже, наверное, АФК был. Это полная параша, ну не должен падать. Ну, рейд, нахуй, на ребре, блядь. Готовьтесь как-то, хуй за... Не захилит ваши эти твинки, блядь. Тут вон пала вагона хватает с головой. Прист полгода не играл, блядь. Надо нормальный рейд, чтобы был, блядь. Чтобы вы могли идти нон-стопом, блядь, а не так вот. Плюсуйте где-то там, блядь. Ставьте шкаф. Причем тут ХПС, блядь? Не в ХПСе дело, а танк упал просто. Ревностный прокнул сходу, блядь. 10 секунд ревностный минус. Дело-то не в ХПСе, не в цифре, а в том, что, блядь, это, на подстраховочку призн спекнись, кинешь щиток, по лингрену лучше кинь. Ну или, в принципе, на мне держи, если ревность не прокнет, на него перебросишь. Может, третьим танком на этом первом побегать? Да не, ну так-то можно. Эх, так-то... Хоть. Да не надо, дамажьте. Ну, меньше дамаги танком пролетать будет. Что хила, что танка спекнут, минус дамаг. Давайте, принимай. Просто, ну, я такое много раз видел. Ну, так надеюсь, что люди вроде нас играют твинки, да ничего страшного, типа, пронесем. А тут где-то брешь, нахуй, и все, и начинается параша. Ну, нормально, четко отыгрывать здесь. Фу, баф, давайте все тут.
300 баф. Быстрее бафы все. Спят, да? Поебали, кажется. Он ВП хан тут, нет? Опять на ханта пойдет, блядь. Хант, МВП хант, ты тут? Пиздец, бля, я хуею. Ну он не задерми, да? Там не должен свой, или свейдится там. Фух, сука. А чё даем, блядь? Верим. Давайте Геру, чё? Слушай, только выходите там. Он как прошибает. Просто одна кнопка. Прям похуй, мана тратится, не тратится, Рокшейн. Ну, свет небес, хуяришь. Частица твоя на ком, блядь. Жалко, не вижу, блядь. На Линдоне у него. Меня надо. Блядь. Просто по двум целям. Дальше тут нехуй хилить. Ну и на вихре уже там рейд хилить. Вихрь. На ханта полетел. Как вы заебали, ебучие АФКшники нахуй. Что за хант там нахуй? Ну ВП хант нахуй, АФК, блядь. Нормально, блядь. Короче, я не знаю, ну, какое-то время еще поиграем. Начнет с этой хуйни у меня очко гореть. Это, коллектив побольше наберется, там, людей побольше. Введем такую хуйню, АФК без предупреждения, не знаю, это, блядь, хуёво, конечно, приор людям просаживать, блядь, но это такая параша, нахуй, либо вы предупреждаете, отходим в центр. Так это же, по-моему, было в правилах, нет? Есть, есть такая залупа, в смысле? Где есть? Есть там, в правилах. Там переписывали правила, если не заметил. После переписывания появилось. После переписывания там, я не помню, есть там за АФК, нет? Слева друна на шипе. Это вообще параша, нахуй. Так вот, блядь, ладно, там, сказал, я там, блядь, у меня там, блядь, сортир побежал, там, блядь, пойду вытру, нахуй. Ты предупредил, ты сказал, что тебя не будет. А так, нахуй, люди просто исчезают, нахуй, мы вайпаемся, нахуй, из-за этого. То босс его здесь справа ханк на шипе. Так, кто на осколке, мне сейчас что-то не в курсе, блядь. Я. Конфет, там, а, сколько у тебя? Микрофон выключен. На звезде сзади, на шипе. Вроде бы. Крест сзади на шипе тоже. Сколько штук у тебя? 13 где-то. Я пока бью. Лучше выходить. Так, сейчас еще рывок. И оттуда уже в центр пойдет. Да похуй, не убьет нахуй. Дубовую пожалуй. Ну а на леди. Сзади штук слева. На леди хуй с ним, спекнись. Вы, кстати, немножко вот ханты, ну так, чисто, вот кто на РДД стоит. Бань, я себе покажу. Вот примерно вот так вот стойте, вот видите, где синтек крутится, или кто это? Вот примерно вот так, потому что назад камеру поворачивать у людей FPS не хватает. Без у меня, в принципе. FPS не хватает. Потому что, ну реально тяжело это, считай, ты на 180 ты поворачиваешь назад, нахуй, то... Пока ты повернешь, нахуй, вот, а в бок, вот так, да, сбоку стой. И людям проще, ты даже чисто на, ну, сколько там, 70 градусов повернул там. Добивайте. Да, проще выбрать в цель и дамага дать. И ты на босса как бы смотришь боком. Так, беги туда, Лингрен там один пока в танке. Это, аккуратненько, трэш сильно много не агрить, осколка нету. Так. И ПГП лут мастер, если кто вдруг не был. ВП хант нету. Призан отключен. Лутай нету. Пока трэш бьют на леди, поставьте и ПГП лут мастер Сиадон. Нихуя не сможете забрать. Я не буду видеть, что вы нажимаете. Так.
Вадикон кольцо 10%. И быстренько треш хуярим. Так, тканевый пояс, критхаст. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Так, штаны бесполезные. Если, кстати, себе протопало чутка подкрутил, блять. Подрихтовал. У меня 2-4, 2-10 стало. ХП чутка побольше, камешки поменял. 5 штук. Молодец. Так, распыл. Все, бегу. Не замечаешь, что у тебя слишком много танков на всех персонажах? У меня пока этот... У него нету еще протовара на X4. Будет, куда мы денемся. Сейчас Т5 он выберет где-нибудь там. Да знаешь, столько дел нахуй. Все эти спеки надо одевать, как-то ну, до ума доводить. Хотя бы вот этот контент, чтобы Герри они были нормальные, чтобы я мог свичиться. Вот, а протовар, что-то рук на него не хватит, нахуй. На него столько сил тоже надо, блять. Ну, протовар, в принципе, проще, а вот на фурик еще шем делать, нахуй. Еще на ретрика как-то надо сообразить, блядь. Ладно, пойду пачку тусагрю. Да, а на ДК не хочешь? Ты будешь танк. Тут все и помощники, и все, так что осторожно в эту пачку не идите. Там если будешь забирать, то только точечно. Два помощника там не стоят. А на ДК шем ты не хочешь, да, крутить себе? Чё крутить? На ДК шем не хочешь? У меня пока ДД нету, хули я буду его собирать. Ну, нет, но... шем на танка. Да, почему у тебя танк с шемом? Ну, там агрогенерация еще дикая будет. Да, это хуйня. Там все. Можно даже без напулов. Не-не, это все сказки. Ну и что? И ну вот давай соберешь, и мы проверим. Отойдите, ну чё, блин, бичи. Бичи, блять. Как дела, блядь? Два помощника стоят. Хоть смотрите ники мобов, которые танчатся. Вон там еще один помощник. Вот. Если не можете выбрать, вот я вам меточку поставлю. Вот РДДшники убейте. И потом уже могут милики подходить. Видишь, проверка на бичей, блядь, была. Короче, я буду с левой стороны, а ты тут. Я понял, нахуй. Тутилар, грипанешь моба. Короче, веду уже паука. С лестницы. Да, с лестницы в сторону, где Лингрен, где 4 моба. Мидгангс ты тоже можешь. Ой, мид-инсейд. Да, я понял. Мидгангс. Да, бля, у меня уже привычка, там у него ник. Этот, дай массакру, массакру. Кстати, есть мидгангс. Чалфир на хп срочно. Алло, блять, одного быстренько захиливайте, ебаный рейд. Одного быстро долейте жука, и второй останется, там уже хилы справятся. Этого бьем теперь. Я вот здесь, где вот эти два жука, короче, ты с той стороны. А ты? ВП-хан где? Все, минус. Замена плюс в гельчат. Он в бат. Первый присунул, первый пошел. Расходный материал. Кнопки не перепутай, таких не шипит. Ставьте шкаф. Сумнем его быстренько. Быстренько, быстренько. Шкаф где? Главное не выпить его случайно. Зунолтор, ебани не шкаф. Или притон. Блять, притон, ты у нас опять ЕП получил на лока, да? За это. Никто ну же... и ГП-то тогда тоже дай ему сразу. Не, никто же не замечает. Да про то, что он на констебле был тогда фулл рейд. Чтобы ему два... Я не знаю просто, какие у него персы. Он на констебле был, и... Да. Надо было или на него кидать, или на его шамана. На лока кинул, значит, надо на шамана теперь кидать. А потом напомните эту хуйню, чтобы я потом с ДТГ и вот эту всю перекинул на шамана ему, на 2-2. А, притон где? Призон. Релогается или что он там писал что-то? Так, как хилили ребровы? Так, ну вроде хпс есть 4000, полюбая 6. Угу. Призон писал что-то, нет? Нет. Ёбаный врат. Призон Сирос умер, я зайти не могу. Так, перезагружает комп, пуляем без него. Пошли. Присты бафните. Вы 5 хилов, если что. Ну дальше потом в ДДС еще пойдет. Бафы не все висят еще даже. Так бафайте, ебаный покос. Бафайте сейчас, если не добавлю. Там некоторые бафы спадают, если что. Так, трэш зергаем.
арбуз. Ебать, кто у вас там так бьет? РД этот, милики. Что-то? Милики, значит, сейчас я метаньку поставлю, сейчас ебаный аддон нахуй. Милики, в звезде играем, там 4 моба, вары, ханты там играем. Хотя ханты вот в этом, в ромбике убьете сначала приверженца и потом уже будете играть в приверженцев на той стороне. А РДДшники в ромбике играете сначала этого, приверженца центрального ебашите, потом двух фанатиков. Вот. А милики все, вары, роги, кот, в звезде играем, потому что там мобы, которые на себя щит повешают. Ну и вот эти призыватели ебаными, как они там нахуй. Вот. То мне тут милики не нужны с фанатиками. Я его резну сам. Бурибая, законтрольте. Я все. Добейте этого фанатика, он хилится там. Так, синтека резу. Лужа. Бля. Супер. Быстро умер. Ультрадуль резу. Синтек вообще бич нахуй. Даже 0,1 секунды не живет. Не удачник. Я жил нахуй. Разрывник там что-то говорит. Дал тебе. Видишь, дал ему. Шала, да у меня есть свой иннер, блядь. Так, что там до трэша 10, да? Машину словил дважды. Давайте стопанем. Законтрольте вихрь, дайте. Ага. И обновите. Стопаните по боссу. Блям, стопаните, уйдите, сейчас трэш ебанем. 2 секунды. 6 мобов. От босса отойдите там. 700 тысяч. Потом переведем. Все, разъебываем. Ебаный в рот. Все, давайте Геру. Фанатика в центре добейте. И фулл ДПС по боссу. Так, тут пока группа набираю сейчас. Блять, тварь. Попал в контроль. Попала за контроль. Ну потом. Меня сейчас кто-то сорвет и уже тогда заберешь. Ну что? Это, у босса. Призраки. Спирец. Че не отводишь? А, у босса блядь, призраки. Агро трудно набирать, ВПшек нету. Я когда отвожу, у меня увечья не достает. Его. А ты шипы на себя повесил? Да. Хули шипы там, что, 1 000 000 агро дадут, что ли? Ну... Она как будто бьет меня физухой стоит, она видишь, стоит. Даст. Ну, она не даст. Проносит. Все, может таунтить, там уже дохуя впереди людей. Таунтить. Блять, притона законтролить, значит пизды всем даст. Притон, я же был твой друг. Ты кто? Притон в пальто. Дух мили пошел. Короче, 15 секунд скинется у меня ДС, там еще понабираю. Дух возледи. Дух, смотри, через духа пробегаю прям. Духа, духа лечу. 2 секунды забираю. Все забрал. Нет, Ватикон. Так. А квест на кого был? На Лану. На кровь. Это хреново, кстати. Кровь, а на Лану. Так, бегите туда, дальше. Так. Лук. Ман не хватает. Лук надо кому-то? Ханты. Давай. Я даже не знаю, потестить его ходу. Мы настолько бесовы, что у нас уже группа лут стоит. Да. Я понял. И это парашин распал. Так, ну сколько вроде не было, погнали. Сейчас, блядь, на портал отбегу. О, успел. Что, есть тринка на уклон? Вот.
Да нет, по-моему. Нет. Ты хочешь, типа, монеты, что ли? Ну, проверить. Она с кораблей падает. Да, мне кажется, такая... Я имею в виду про Мурадина, что, типа, это... Будет промахиваться, нет? Чтобы стаки скидывать. Ну, у меня и Войденса сколько? Сейчас гляну, у меня где защита. 25% всего. Ну, ну вот, тренкуясь одеть, но под полтинник будет не буду. И прожать. Здесь дебаф 20%. Да, это понятно. Это уже с дебафом у меня 20%. Это с дебафом уже. Он же этот, кошка. Так-то у меня 45 приличного плана. Ну. Ну, в ЗСОК тоже, кстати, режется эта хуйня. А они везде, блядь, сделали, ну, пидорас. Ну, ничего, прикольно. ЗСОК тоже режется уклонение. Да, что не видел дебаф. Да, да. Также 20%. Там же дебаф. Дебаф. Меня же не было там. Ну, понятно, мордаунт. Там потому что могут сделать, блядь, танкометы через уклон, блядь, и все, пиздец. Вот эти ваши роги танки, ебать, кто еще там? А где при... А, призан у нас еще. Прикинь, сколько надо разбойнику агилы вбить себе в себя. Когда-нибудь я соберу себе протрогу. Да, чтобы у тебя просто тебе 100%, хотя бы 99% шанс был, чтобы... Нет, там есть хардкап. Но ты... Там защиту очень сложно собрать. Да, ты собираешь сложно. Это как бы можно поставить? Можно под ДК каску. Карты там какие-то одеть на угрозу, там, на защиту. Написал в это в DC в удилке заходишь, букву ща написал нахуй. Как грузин, нахуй. Да, брат, да, Че, ты будешь Мурадина? А, еще сед же есть. Да, Мурадина. Эти мужики. Сейчас, если призан не зайдет к этому, к сурку нахуй, возьмем кого-нибудь. Он уже зашел. А, зашел? Не, а нет, и потом это опять пропал. 12-13 КДПС, наверное. Во. Короче, если что, тегать. Боевой корабль Альянса. Все на палубу. 5, 4, 3, 2, 1. Все, короче, летите потихоньку, там бейте всю хуйню. Ого. Ну она процентов 10, я думаю, даст. Может 8-9. Ну чешка с броней точно дает. Мага зергать. Он стаки быстрее копит на туре по мне, блин. Уже 20-ка, нахуй. Смотри, сколько пробивает. Хилы. Синтек, сука, чем занимаемся? Я вижу, там где-то стрелочка не показывает, где-то далеко он, блядь. Давай, лутай, исповедь, пока Д2 пала. Фул по войду хилим, прям частицы две на мне. И ультрадрус стакай всю хуйню, вот, чтоб прям плотно заходило. Слушай, ну я не знаю, блядь. Давай, ладно, еще маг. Крикнем на него, блядь. И киньте кто-то. Сейчас добьете этого. Кинь эту тела разноб по Мурадину, чтобы на него скорость атаки снизилась. Там может это... И земляшок, мне кажется, пушки кинуть по нему еще. Не-не, там нормально. ДКшника нормально. Ну и третьего мага подождем, в принципе. Блять, 40 стаков, смотри. Потом улетим. О, консилятор тоже круче стоит. Лингрен, короче, сейчас перед магом дашь каплю по мне. Сколько там до мага, блять? А вот. Все, подходи, можешь кинуть каплю по мне. На, я на вышке достанешь там? Да. А, нормально. Нихуя простегивает, да? Так, любовку отдал. Все, мага добивайте и улетаем быстренько. Улетайте быстрее. Быстрее с корабля уходите. Если еще в портал тыкнуть, тоже работает. Все, я улетаю оттуда. 53. Скинем, да. Подождем и заново.
все, летим обратно. Заебал мудак. Как вот он в воздухе топор кидает, да? Стрила, блядь. Он снайпер. Он же воин. Ты че? Это героический бросок. Я бы тоже хотел себе такой бросок, нахуй, без КД, нахуй. Почему вот сделали минуту КД варом? Это же вообще дичь, блядь. Ну, так бы продавали, потому, бы бросал. Блядь, ты прикинь, нахуй, каждый раз, нахуй, блядь, бабл скидывает. Не-не, это не бабл, там другой есть, нет, который нет. Не скидывает. Это... Такой, типа, минутный КД. А тот это сокрушительный бросок. А тот 3 минуты, да. По-моему, или 3, или 5, нахуй. 3. Такая мощная билка, ну. Прикинь, ты просто закидывал по КД бы эту байду, и у тебя просто акробы не рвалось никуда. Ну, выиграли, ебать. Чё, уже? Ты пэшнул чё-то быстро. Ну, понимаешь, я вот в Вальгалу играл, там есть такая хуйня, что ты бежишь, и чисто на ходу можешь там что Е, там, или эту хуйню нажать, и топор любой, вот копье, топор, меч, лежит что-нибудь на полу, нахуй, ты хуяр. Схватил и кинул. Я в ретрике аспектнусь. Надо подумать. Ладно, спекайся. Остальные все 4 хила оставайтесь. Давай я, блядь, спекну салу, нахуй. Так, призов. Вот все здесь. Открывайте. Призанного водить нету. Я уже заебался жать клавишу влево. О, боешка. О, боешка, реально. О, боешка. Такая помойка. Не, часто такая помойка. Лучше бы 3 монетки выпало. Это часто охуенный, между прочим. Лучше бы 3 монетки выпало бы, знаешь. Лучше бы осколок. Он меткости мастер продает. Осколок выпал. Да. Ебать, кто там кашляет в микрофон. Простите, блядь, забыл. А я когда кашляю, так же громко. Не, не так. Потише. Да, вроде потише. Бомба взрывается. Что-то это сломал. Кого-то убили. Да. Так. Призон в этого Венха давай. Ух, я уже заебался, ладно. Так. Вот рыба. А есть у кого два припота? Багерская локона. У меня есть советник повышение-то. Принимайте. А ты чё не так не хилил нихуя? Чё он делал на корабле? Блин? Ну, кстати. Я 7 лет бич нахуй. В пушке, просто, наверное, сидел. Сверху, короче, наверное, летал там нахуй. Я сел на мопед, короче, и круги наматывал. Охренеть. Вот как сейчас примерно. Бля, ты синь так серьезно хорош. Штрафовать пацана надо. Я даже так сразу и не понял. То ребята проверяют сачковать. Сачкуют на туре. Настроение уже играть нету. Да займался. Да, музон подруби там, блядь, энергетика. Я и так с музыкой играю. Жесткие гачи просто. Бля, сейчас на это. Я тебе говорю, подрубаю жесткие гачи просто с дикими криками на колонке. Я сейчас на мотоцикле. Одну слева, одну справа. Ездил, блядь, вообще нахуй. Какой нет, фонк это старый век. Это ты че, блин? Дед уже, что ли? Ты мне обмен даешь, чтобы я тебе скинул, или чтобы ты мне скинул, Буря? Так, а чё у тебя с микрофоном? Я понял, блядь. Так, где у меня? Не знаю. Грудак, АБЕ, блядь, анрол, нах. О, спасибо большое. Короче, если вдруг начнут падать, ебать, я слезу с пета. А тебе он нахуя? ДПС это еще. Хуйня этот грудак. Лучше с Геры жди. В Геру пойдешь. С Геры лучше лутать. Нихуя, с Геры, блядь, синтеку нахуй. Ну или войду. Там мастерка, ебать. Ну, мастерство на мишку. А зачем тебе синтек? Ну, не играешь в мишку. Да нафиг ты этот спект, ты мишку не играешь. Мне не дают танчить, я что, виноват, что ли? Бля, ебать, у вас спокойно, войд даже не бомбит. Так подожди. А чё мне бомбить, блин? Ну, я не знаю, в Гэмхэме-то там, бля, бичи ебаные, сука. Так потому что, ну... Ну, там сложный рейд, а здесь тупо это... Отдыхаем. Этот рейд чистят люди уже, блядь, 12-13 лет, нахуй, хуярят по КД. Тут пиздец, все уже, блядь, интуитивно понятно, нахуй. Мы в этой жизни настолько преисполнились, что нам вообще на все похуй. Что-то ограду хуя много. Я живу на миллиардах, триллиардах. Причем я стопнул сейчас на автоатаке стою. Или давай триллионы миллиарды лет, блин. Я даю баф. Ну вот это я не знаю, ну... У меня таунта, блядь, одиночного не хватит. Власть с маунта, блядь, давай хиль. Заколебал. Я все понимаю, там ребята сильные, но... Давай я тебя прям... Блядь, синтек, не мистиши, блядь, лагает же, ёбаный. Ну а кто это делаешь, синтек, блядь? А, лагает, ебать. Мы тебя сейчас скинем с корабля. Нахуй, я выпрыгиваю. Попортился синтек.
Да. Смотри, проту, вот из-за блядь. Тебя, из-за тебя метка нахуй уже кинулась начальника. Давай ход. Из-за тебя я 2к ДПС проебал, походу, синтек. Да, вообще меня это сама, блин. Да? Данил, ты сильно занят? А чё? Можешь свечку поставить за ипотеку? Блять, были бы у меня свечки, я бы с удовольствием поставил. Вот ты так себе оставил. Поставь себе. Мне кажется, ректально ты можешь поставить. Нет, у меня нет таких свечек. Почему у людей такая страсть к анальному отверстию? Я еще и буду, значит, любят. Это все психология виновата. Пидоры, блядь. Да Фрейд, короче, типок такой чисто, блядь. Все мужики педики, блядь. А бабы лесбиянки. Хотя вот насчет того, что типа... Бабы, кстати, я не знаю, кто это сказал, что бабы латентные лесбиянки. Ну, не Фрейд, вроде. Ну ж Фрейд сам очень конченый уёбок, нахуй. Это ДПС какой-то маленький. Или он нормальный тип был? Или долбоёб? Кто? Фрейд, нахуй. Ну, я, короче, знаю, что вот он одной бабе... помог оргазмировать, она, да. Короче, у нее прям траблы были, она оргазм не могла словить всю жизнь. И он ей такой, короче, трахни с сыном. Она трахнулась и все, и полетела. Блядь, знаешь, похоже на сюжет хентая какого-то. Блять, да кахули, они все помешаны на этой хуйне. Как ты дошел до того, что ты вот эту хуйню все изучал, блять, интересовался? Я на работе в ночную сижу, мне делать нехуй, чисто сидишь, серфишь интернет. Нормально, мужики. Я вам тоже сейчас историю расскажу, блядь. Залупа, мужики, опять мне пиздово. Боешка опять, как ну, кошка. Ну как-то, короче, это самое, значит, на работе стоим. Ну и корефан такой ни с того ни с сего. Ну тот же самый Роман, говорит, ебать. Ебать, говорит, как-то раз, говорит, я тоже сидел, говорит, журнал читал. Газету или журнал, нахуй. Что-то читал про знаменитости, нахуй. Ну и, короче, говорит, блядь, там, говорит, это... Какой у кого размер члена, нахуй? Ну и, короче, либо такой, говорит, мы в это время делаем эти, как они называются, колбаски, нахуй. Ну, через аппарат, через шприц такой, нахуй, и колбаски хуярим. Но они, получается, если кишка тонкая, нахуй, то колбаска длинная получается. Если толстая, то она такая короткая получается. Ну и, короче, мы хуярим, стоим, блядь. Ну, этот самый, блядь. И он такой, говорит, просто, блядь, в голову сбрело у типа, блядь. И просто, говорит, ну, прикинь, говорит, ну... У знаменитости, говорит, у Джеки Чана, говорит, самый маленький. Я говорю, нихуя ты, говорит, с чего ты такой, эту хуйню? Я, говорит, читал в журнале, нахуй. Потом, говорит, я говорю, ну а тогда большой у кого? Ну, говорит, самый большой, говорит, Марк Волберг, говорит, ебать, пиздец, говорит. Иван Дам там, говорит, что-то на третьем месте, нахуй. Ну, там кто-то, или на втором, нахуй. Ну, и он эту всю хуйню рассказывает. И мы, короче, колбаски ты хуярим. И, короче, просто, ну, час проходит. Он такой, хуяк, смотрит, колбаска короткая. О, говорит, Джеки Чан, и нахуй, пошли. Потом длинная, это выходит тонко. О, Ван Дам, ебать. Ебать, мы угорали. Это Войт, DC-254 пойдет. Куда? Ну, сюда. Вон поле DC пишет. У него КД нет, что ли? У него КД нет. Подхильте Войда, блядь. Ну... Алло, подхильте, ебать, сейчас сдохну нахуй. Да я хилю. Чё, Войт, да, ты не хилю. Патрихи убил. Ставим скорее Мишку. А вместо кого его брать там, блядь? Вместо синтека я не хочу просто. Ты я ебанулся? Кстати, вот про Фрейда вы знали, что инцест это вообще пиздец, какая древняя хуйня. Инцест да. Это дело семейное, есть на то право. Да, мы еще это, короли, короче, типа, короли типа свою кровь так оберегали. Ну, да. Типа, да, мол, хули оберегали, вы что, Багровые реки не смотрели, вырождается так. Все смотрели Игру престолов. Вырождается так этот, как об этом-то никто не знал, заметь. Об этом-то никто не знал, поэтому ты что думаешь, ты что думаешь, почему в Европе люди так это, ну, императоры... Уродливые, да? Нет, императоры в Европе тоже мало жили из этой хуйни. Ты что думаешь, русские императоры и европейские там императрицы, ну, королевы там, не знаю, принцессы, они... Думаешь, это не родственники? Это все родственники? Одно и то же, считаюсь. Да, вот и все. Вот, там... и, короче, нет. Вообще по биологии, если хочешь охуевшее потомство, ну, прям вот типа паришься за эту хуйню, то идешь и шоколадку чисто чпокаешь, и все это там, ебать, yeah. Такие быки дети будут. Вопросы так. Шоколадку. Нет, 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 шоколад. Давайте я не про шоколад. В натуре там это первое или правое.
Давайте не будем про шоколадных реально. Нет, короче, когда это кроликов держали у нас тоже, это такие у меня. Они тоже, получается, скрещивали там отцов и дочерей, и мамок и сынов, ну, тоже. Только жалко кроликов. Волка пойдешь? Ну это там для усиления потомства, реально потом бы такие быки, бля, рождались, я ебал. Нет, нет, ты наоборот, чтобы у тебя сильное потомство было, ты должен вообще с рандомной. Синтек, что за хуйня, тебе хуёво или там чё, нет, блядь? Там прям этот... Ну это да, крепницы были. Отвечу. Там и так, да, они сами по всем машины были. Что, вон друид-инвалид, бери его вместо меня, у него нету КД. А можно ту пачку тоже почистим, мстительных сожевателей? Кстати, лутая можно в ШП, а там... Там пользуется. Всего лишь 4 моба, 5-6. Блядь, да пофигу, 4 моба это всего 4 души, блин. Воет, бери друида инвалида. У него как раз там, блядь, говно, плащ, говно, правая рука, и еще у него там что-то. Дал тебе помощника, бери сам. Окей, я его беру сам. Я с бети каст его сойдет, почему, блин. Так, пойдем и уйдем отсюда. Тут сам вторая собака придет. Ой. Данила свечку поставил за меня и за ипотеку. Все, может даже ИП не начислять. Мне настолько похуй, что я хочу уйти. Тебе что, хантом нравится, а друида забросил или что? Или как у тебя? Нет, нет, у меня просто сейчас нет настроения, ебать. Ладно, пиздуй. Так, скажи, что эти девочки позвали куда-нибудь в гости. Да, на самом деле, все таки было. Я так и знал, блядь, 8 минут баба, блядь. Кто меня защищает? Задара приехал. Да. Потом, прикинь, зайдем в гильдию. Синтек. Нет, в игре уже 2 года. Да просто у нас тут разговоры такие про всяких там... А точно он к девочкам-то пошел? После таких-то разговоров? Дальнобойщики ждут. Чисто на смену заступать. Как говорится, девочки сами себя не прокормят. Сами себя не чпокнут. Сука. Хотя могут, блядь, да? Так-то нихуя так. Так а не, ну а хули такого? Ну а чё, факты, да, вы? Факты, голые факты. Да блин, ну типа, чё, секрет для кого-то, что люди ебутся? И не только, блядь. А мне подознаешь, как будешь такой, типа, рассказываешь друзьям, вот я сейчас там чего-то снял, такие все. О, да, фига, ты там, началось, так как обычно. Да нет, нет, ну в целом-то, как бы, если бы не секс, никого бы тут сейчас не было. Вот, а все такие нос воровать, это как я хуй знает. Как будто что-то, блядь, почему мерзкое. Да забей, это просто всеобщая такая вещь, типа... Чё ты хочешь? Херня, блядь. Секс... Урок забей. Сексологии, нахуй. Да, это нормальная вещь. Просто с детьми сейчас никто не разговаривает по этому я поводу, понял, и вот рождаются всякие идиоты. Ну нихуя. Ебаный Сирус, блядь. Что вы, Вачку ловит-то, да? Ленточка прелесть, ленточка прелесть. Рождаются идиоты. Они как рождаются? А уже идиотами? Или как? Или становятся потом идиотами? Ты знаешь вообще, кто такой идиот? Или там ролл кидают. Репичи, блядь. Боже. Я родился, вот видишь? Кстати, там еще трэш пришел, вы ловушку согрели. Ты знаешь, что такое идиот, не? Я понял. Да, это Достоевский. Нет, ну, книжка такая. Это человек, который ничего не смыслит в политике. О, как раз получается я идиот. Причем, а что такое политика, знаешь? Объясняю. Давай, поясни. Объясняю. Объясняю по-простому. Политика — это наличие более двух интересов. Ну, то есть, если кроме жрать и спать было. Тебя еще что-то интересует, ты находишься в политике. Так, Шалфир, потом разрулишь там, когда босса убьем. Я тоже смотрел. Вольт, рыбу надо, пиздец, голодный. Сейчас я поставлю. Дай ему сушеную. То есть, по факту... Все, кто считает, что он вне политики, там или как-то, ну, не ошибаются. То есть политика — это наличие более двух интересов. Если у тебя есть три интереса... Если ты поспать и поесть, то это политика, да? Нет, если ты только поспать и только поесть хочешь, и тебе все остальное похуй, то есть прям поебать, то ну, ты можешь смело сказать, что ты вне политики. Ну, можно... У меня политика каждая утро. Грубо говоря, ты отшельник такой. Вот. А так, если тебя что-то еще интересует, то, блядь... Ты в обществе живешь, блин, понимаешь? Общество это... 3 по 76. Второй раз большой ролл кинул Рокшейн, он читает. Ну, я же говорю, после босса, зачем мы сейчас? Чего, пожалуйста? Ладно. Не-не, вы его не прероете, это очень... Это прям вау. Друид инвалида-то сумнете, нет? Где он там? Да я уже добежал. Ставьте шкаф, ну нихуя себе. Надо было уже давно поставить, вы ролите.
Шкафы ставятся вообще пиздец. Это сколько кинул Рахшейм, бля? 95. 95. Да. Я же говорю, там все. Там не приезжают. Бля. Тоже полет какой-нибудь там, не знаю, карус. У тебя же есть буря, ленточка. Я понял. Он ее продать хотел. 50 кана. Эй, Аня, Хаванда. Алло. Аня, а ты? Телефон Барма? Алло, а ты? Алло, йо. Скоро мы казахский выучим. Да, очень скоро, кстати. Это вроде не казахский. А вот мне кажется, долго, а уже почти выучили. Нет, там это с русским. Там этот старший на русском хуярит, младший на английском нахуй. Нихуя. Мы, скорее всего, станем приглутыми. Китайца не хватает, сука, бля. Я тебя остановить пора уже. Нихаума. Привет, как дела в Китае? Я говорю, что китайский жопа. Ну, может быть, я говорю, еще пару этих рейдов с Брибаем, и мы станем пригодными. Сейчас у нас этот нахуй, мат, короче, на этом, на китайском нахуй этот. Спасибо, да? Нормально. Спасибо, я не помню как, блядь. Как на кисе? Китаец сидит у нас, нахуй, блядь, полтора дня. Сиси? Да, сиси. Да. Спора на мне. Лутаем, ультрадруг направо, лево. Бейте жирного. Поймать эти, заебали нахуй. Были бы чуть не дети нахуй, а пиздно было. Только своими. Прикинь, рождаешься в семье, там все Вовку играют, бегаешь там что-нибудь. Пока сам не додупляешь, ну что Вовке делать, ты бегаешь, ну как одну бы... Одну спору вынесите. Как отщепенец, нахуй. Надо быстренько к делу вынеси, прячь. Вынеси, вынеси, вынеси. Алё, шлепец, ебать. Алё. Крутит там. БШ или что это, блин? Получается, Армсы сильнее, чем Фурики? Бать, мощно. Да, Армсы хуйня там, нахуй. Так. Ромшейн, мы же не знаем, да, что такое, блядь. Зачем споры люди сносят, да? Что в них надо сбежаться, уменьшится дамаг от тьмы. Я понял, нахуй. Минус ДЦ. Босс на Лингрене, да? Да, на да. Лингрене. Бичи, блядь. Да и ладно, не надо было, нахуй. Пиздец. Ладно, похуй, дохиливать. Черный отбойник надо кому-то? А рвота бывает лишней или что? Кто? Работа? Рвота. Рвота? Да, это когда ты цепляешь кого-то последнего. Сзади, ловушка, ловушка. По стандарту она на три человека кидается. Если четвертый лутает, значит он пидор. А, это уже лишний пидор. Да. Объяснение простое. Интересно, на медиков тоже покидалось-то. Блять, все на распыл, нахуй. Надо кровь кому-то. На распыл. Блин, квеста нет, надо было квест делать. Но... Гуся останется, короче, все, побежали. А если сейчас квест возьмешь, ты не сможешь получить его, получается? Сможешь, по идее? Или нет? Сможешь. Но квест-то будет. Завали, да, хуя раз. Ну тогда все. Ну все, следующий ссылка Билли квест. Да я не буду на ДКШМ делать ближайшие полгода. Зря, кстати, зря. Да зачем? Он и так дамажит и без шлема. Не, ДКшники, ну и так дамажит. Ну еще больше будет.
Ну, еще больше будет, да, но... А что лучше, ему ДКшнику, анхолику с джинроком остаться или все же шем себе бахнет? Не, ну конечно шем апнет. Шем это любого апнет. Но смысл? А там за счет силы, да? Но он тебе не даст 5к ДПС плюсом, ну, блядь, двушку. Полторушку, ну, пару косарей, да. Даст каких. Я под жопой стою, ну, да, у босса, да? Сначала сделать. Да, да. Все под жопой. Дамажит хуёво. Все под жопой у босса. Когда блевать будет, перебегайте. О, на слизняк уже покрутить можно. ДПС с рука скринил кто-то? Да, уже скинул, там шелфир. Что-то арбас мало, блядь. Куда скинули? ДС, да? Да, в ДС. Чё-то там хуёво одет? Ладно, тут. Пушка 245. Двойной экран есть у кого? Мой, гляньте мой. Апа не хватает. Чё ты говоришь, Бурибай? Я сколько подал на сутки? 19,5. Вроде. Лосатки нету, нету. Может, они потихоньку. Нет, для паладина еще рано. Для скидывают. Ну да. Этот Глора апнет, думаю, нахуй. Возьму Глору, нахуй, этот символ скину этого, с этого, который нам мастер. А у тебя дает. Не будет этого перекапа? Мастерство. Нет, мастер. Нет. Символ с мастерки скину, короче, и на экзат из баса даже. Ну тогда можно. Нормально будет. А вот за Ретрика не шарю, никогда особо за него не давал. А что, если ты символ на мастера кидываешь, какой вместо него ты поставишь? Экзорцизм, экзорцизм. На 5 лямов он где-то вот. Синим, да, бегает? А? Ёп, твою мать, где свой парень появится? Ну ты потеряешь больше. РПБ нахватили. А паладина ки нужны статы? Хоста и крит, да, кажется? Хоста в Т4 не нужна, в Т5 нужна будет. То есть... Крит очень нужен. То есть крит нужен, да? Паладину. Что-то выбивает ему основные, тогда саму хоста не нужна. Силу. Силу, крит. Всё. Ну, пароги. Нет, залить не побрябаю. Другое имеется в виду, то есть вот ты берешь, скажем, ноги. Там, если будет крит от ПБ нормально, в принципе, да? Нет. Опа, объект. Сдох, гниломорт. Грустно. Грудак, танк. Да, скажите, это в планах, что мы с 6 хилов идем? Да. Это нормально. Да, уже 6, нахуй. Чем, блять, вайбрейда, блять. Печатью порчу хилил, нахуй, сука, пиздец. Все заходим, да? Не, если бы что. Так, ну что ты повоишься в куклиное почилю? Угу. Я, ебать, я такими темпами, нахуй, я уже год, наверное, не вожу его, блядь. Хочешь поводить, поводи. Да не, я ебал его, блядь, водить. Это надо, блядь, ждать, чтобы увечья в него давать. Пока отводишь его, блядь, теряется увечья. Там, где, нахуй, в этом пиздец, да, там, в самом низу, да, нахуй, купол находится, да, где вот, блядь, угу. Силу, нахуй, да? Его я вчера водил, а не водил, там на кукле сидел. Позавчера. А продукт заблить гоблин нихуя. 15,5, сука.
А так-то ДДшник может в принципе в кукле сидеть, ему ничего не будет. Ну, да. Все могут в кукле сидеть. Дешли 5. Ну не то чтобы все могут, но не каждый может. Не, ну это понятно. Давайте 6-го хила посадим. Давайте я могу похилить. Водит Линглен, да? Да. Лука. Не дохните в луже на халу. Отхотали бы хоть. Эту энергию нихуя. Ой-ой-ой, что он такой быстрый-то? Да, блять, энергии нету. Поздно прям. Грустно, ебать. На меня, сука, на меня, бля. Пидор бежим. Выходите. Перефаза. Убили нахуй что-то раньше уровень. Нормально. Как ну, обычно, вырон пытается. Он под миликов дает эти колбы на второй фазе, да? Да, сейчас будет давать. Сейчас. Хемия на сразу, и да? И на третий тоже. И на это, и на то. И пельмени сейчас будут. На эту, сейчас и на ту. Набью себе тату. Пельмени. Пельмени. Сейчас колбы скидывать будет. Не скоро, 18 секунд походу. Сейчас. 5 секунд показывается. Кино. Ага. Наебал. ДБМ наебал. Просто взял и наебал. Так вы выходите с них, стойте в ебали, блядь. Блядь, я же говорил, без анонса будет. Красный. Красный пивер. Ой. Ультрадру не ловить пельмени, он реальный. Бай. Робокс. Колбы. К зеленому идите. Пельмень. Профа подвел близко, пельмень летит быстрее людей. Если проф подходит к РДДшникам, вы отходите от него, потому что пельмень чем ближе к вам, тем быстрее долетит. Вот кого назад откинуло? Как дела у вас там? Вас выберет, убьет, блядь. О, дай массакру, массакру, дай. Отдавал. Шалфир, шалфир на хп читай. Уже зачитал. Колбы, можно под боссом. Взять. Лужа. Сука. Красный, да? Угу, красный. Красного, блин. Красного. Лужа, выходите. Пельмени, пельмени, бля. Арбики. Лутай, красава. Пиздец, нахуй, бомжи, нахуй. Друид инвалид, лутай, арисы. Красного добейте быстрее. Вы слизней бейте, блять, алло. Ультра... Так, Гатриси, дай инер полутаю. Колбы отходить. С этот... Ну, короче, будь что будет, нахуй. Вызвал слизня, и босс перевелся. Не знаю, успею плюнуть него, нет. Не успел, нахуй. Пидор. Сейчас будете давать Геру. Милики, вот возле слизня у вас человек 10 стоим. Откинет в РДД. РДД ближе к тотему. Профу туда отойдите. Так, собираемся вот тут. Медведя собираем с этой стороны. Все, и бежим. Этот, по стеночке бежим, короче. Кого выбирает, надо будет спасти челика. А, ясно, нахуй. Ладно. Надеюсь, РДДшника. Два стака. Все нормально. Так. Репичип, стойку. Три стака.
Тойку прото нажми и будешь забирать сейчас босса. Хорошо. Так, так, я заберу с тебя пока. Сейчас на мне сначала один кинется, сейчас не забирай. Вот следующий будешь забирать. Комбо, колбу отходим. Ты мне проанонси, потому что я не вижу, что у меня не отображается эта хуйня. Нажимай. Нажимай. Так, давай назад отведем, чтобы лужу ногу не налить. А, вот лужу разлил. А, нормально. Так, я тебе один проебал, нахуй. А ты-то сам хуй сообразишь, да? Что я просто не вижу груди. Полоску себе нажимай. Все, отлично. Пельмени. Так, колба будет 3 секунды, готовьтесь. Я там на это. Все, больше не таунти. Лаву, мастер. Ну я это подержу его. Да пиздец, не надо ничего держать, уже ничего не трогай. Тебя если убьет, босс отхилится. У меня два. Все, добивайте, ничего не надо. Да, вот это заправить. Отстояли в лужно. Это интересно, да? Но. Бля, почти догнал шалфира. Чуть-чуть не хватило. Кого там девочки веселятся? Синтека нахуй? Алло, бля. Это Синтек, сука. Ну-ка, мутанись там, блядь, а то, блядь... Один Наполеон, один Наполеон, а один... Это у Фокуса вообще? Фокус? Ты чё там? Флудишь? Бля, на Менчара этот квест. Почти. О, а, блядь... Нормальный квест. Где твой друг, когда двое... Фокус, не забегайте. Фокус, я у Хиро, что ли, блядь, это боже. Ты его кикнули уже давно. Это другой тип, нахуй. Мне еще фокус задал ранее, все пишет, нахуй. Хули ты моего кореша в рейды не берешь, бля? Я ебу, что ли? Я прям за всеми корешами смотрю. Я думал, это Синтек-то, нахуй, с девочками уже развлекается. Хуя себе, блядь. Так, а за фокус, нахуй. Трэш сразу чистите, ничего не ждите, блядь. Чистите трэш, не надо никого ждать, не выманивать, блядь. Сразу хуярим. Фуловый рейд, да, стоит. Если быстро чистить, то времени хватит. Если быстро чистить, быстро пожаришь картошку. По факту, кстати. Ауф.